В районное отделение КПРФ поступило письмо-обращение от жителей Сергиева Посада. Люди спрашивают, на основании чего изменился внешний облик памятника в лесхозе. Были у нас слушания по памятникам, и сейчас возник вопрос на этих же слушаниях по памятнику в лесхозе. Почему-то памятник в лесхозе вдруг переделан по сравнению с тем, какой он был. Вот нас этот вопрос интересует, почему вдруг произошла переделка памятника, на основании каких, по какой причине. Валерий Дунаев, член общественной организации «Дети войны» и член правления Сергиево-Посадского районного отделения КПРФ, в его руках фотография, на которой изображен памятник, установленный в лесхозе 30 лет назад. Нашлись люди, которые без властей самостоятельно его убрали. А вместо этого памятника, который исторической ценности имеет, они поставили свой. На слушаниях было заявлено, что памятник в том виде, который наши предки ставили, должен быть восстановлен и установлен, как подобает памятнику нашей истории. 9 мая в лесхозе состоялось открытие нового памятника. По словам члена правления местного отделения КПРФ и руководителя агентства культурного развития Дениса Охромкина, в реестре памятников района никаких изменений внесено не было. Все-таки мы живем в государстве, в котором, как в свое время один из историков сказал, что в нашей стране нет плохих законов, есть их плохое исполнение. Ну и скажите, пожалуйста, конкретно, что бы хотелось? Хотелось бы, чтобы историческая память оставалась в том виде, в каком она была. Коллективное письмо от жителей Сергиева Посада будет направлено на имя главы района. Полина Иноземцева, Кирилл Емельянов. Программа «События».